9 апреля. Что-то мне жарковато стало. Решил в маечке походить. Сейчас ехал. И песня, чтоб в объятиях твоих была я счастливой. Такой интересный вопрос. Что вкладывается в это понятие? То есть сам прижим, сила прижима, как прижимают, с какими эмоциями это все делается, в каком настроении, с каким посылом. Что это вот означает? Чтоб в объятиях твоих была я счастливой. Как это надо обнять человека, чтобы он почувствовал себя счастливым? Интересный такой вопрос. Возможно, у каждого он будет свой по-разному. Я помню примерно вот такое вот время, весна. И мне нравилась одна там девчонка. А я такой стеснительный. Хоть такой вроде видный, но стеснительный. И вот ей там что-то там рассказали, что я, ну, мои друзья, что я там как раз тогда на своей срочке был, что он такой, можно сказать, перспективный в военном деле, спортсмен-профессионал. И вот она как-то там так меня поцеловала. И вы знаете, вот до сих пор у меня подобного не было ни от кого. А вот от нее вот этот вот поцелуй вот вдарил в голову. Как говорится, закружила голову шальную. Интересное явление наблюдал. Но это раз в жизни было. Интересно, нечто подобное было с вами? Вот просто от поцелуя, так, как бы сказать, даже мимолетно, вот так раз, тебя поцеловали. Да, как раз интересно было, что, ну, я к ней так испытывал чувства, а, ну, говорит, не посмел, как бы сказать, вот к такой, мол, девушке так вот подходить. А тут вдруг она сама только раз в разговоре, хоп, обняла и поцеловала. И вот мне в голову только бах, как вдарило. И вот это вот интересное явление. Хочется спросить, что-то у вас такое бывало или не бывало? Делюсь своим опытом. А в то время мне было где-то года, ну, наверное, 22-24, вот так вот. Вот такое вот было время. А почки распускаются. А температура такая комфортная, с легкой, так сказать, прохладой. Звуки. Вот эта вот железная дорога бы не шумела. И так все прекрасно. А? Слышите, как птички поют. Каждый уже сейчас вьет свое гнездышко. Можно, так сказать, вот это именно время года. Весна такая вот ранняя, когда птицы вьют гнезда. Она как раз дает вот этот вот гормональный всплеск. Гормональный всплеск. То есть это все, как бы сказать, в природе пробуждается, активируется. И естественно, все это активируется и у животных, птиц. То есть такая, как бы сказать, в природе основа. Волна такая идет. Всплеск активности. Всплеск, будем говорить, жизненной силы, всплеск
желание размножаться. Вы чувствуете такую вот волну? Вот она. Или за работой все забыли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!